Привет! Привет! Мы сегодня будем делать холодное сердце! И с разноцветных страз. Да, умная мозаика, холодное сердце называется. А Алисе кто будет помогать? Киска Мурмяу. Мурмяу киска? Да. А еще? Никто. Больше никто? А кто будет холодное сердце делать? Няня. Няня, Алиса и киска Мурмяу. Киска Мурмяу? Ну что ты Егору прям не даешь достать? Покажите, что там есть. А? Так, вот такая странная штучка. Есть. Это что такое? Не знаю. Это лишнее, походу. Это подставка, наверное. Да, подставка. Это вот как собирать. А это вот, вот такая картинка. Ну-ка покажите картинку. А, вот такая картинка, вам ее нужно будет собрать. И что там еще есть? И красивые какие-то блестки, элементы там какие-то, да? Покажи, Егор. Блестящий, красивый, как будто из золота. А там у Алисы что достает? Там что? У нас еще такие вот. А это для чего? Чтобы клеить. Это клеить? Вот такая мозаика у нас тут будет. А, там выдавливать их тоже? Да. Если просто тут плохо будет все видеть. Нянечка, да, нянечка. То есть, Алиса, не трогай. Егор тебе будет говорить, а ты будешь выдавливать. С чего вы начинаете? Может, с одной будет, а я другой, как мы делать тот цветочек, помнишь? А она поймет? Ну, делайте. Да. Что вот тут это? Что Алиса будет делать? Алиса, ты делал вот это вот золотой. Вот что А, там точками, что ли, вот так это все нужно делать? Точками, здесь все только одни точечки? Точки и кружочки. Это на желтый. Точно. Молодец. Алиса уже все поняла. Да, это на волосы Эльзы. На волосы ее Эльза, что ли, зовут? Да. Эльза. И Олаф? Да. Олаф это вот это вот, снеговик. Снеговик? Угу. Я пойму уже. Вот где золотой цвет золотой. Это же под Эльзы золотой цвет. Это под волосы. Под волосы? Да. Ты попадаешь? Да, попадаю. Ну, я смотрю, маленько не совсем попадаешь местами. Ну, ты хорошо делаешь, чтобы было очень красиво, да? Видишь, Егор, как попадает? Не торопись. Мне тоже получается. Поближе к себе пододвинь. Егор, поближе пододвинь, потому что она плохо достает. Да, картинку, да. Получается? Да. Нравится тебе делать? Да. Как ее зовут-то, принцессу эту? Эльза. А, Эльза? Да. Мы с ним уже говорили. А Олаф это кто? Мальчик. Это тут. Снеговик. А-а-а. Я смотрела «Холодное сердце», а она Олаф, Кристоф. А, так ты смотрела Эльза? «Холодное сердце»? Да, я смотрела с мамой, пока ты работал. Да, и с мамой, и с Алишей, и с няней. Ну, ясно. Интересно мультик «Холодное сердце»? Да. Там еще был такой огромный пацан с мускулами, с грудью. Там был сильный пацан, который втюрился в эту Эльзу. Втюрился, это что значит? Влюбился. Так и надо говорить. Да. У нас уже в школе у нас уже... Эльза была ледяная еще. Эльза была ледяная? Да, была обычная она была. А почему она была ледяная? Потому что у нее там что-то сердце заморозилось. А да. Кто ее сердце заморозил? Она сама, что она Кристоф, Кристоф. Кристоф? Да. А Кристоф это кто такой? Мальчик. У нее, потому что она там вроде что-то сделала, и из-за этого у нее там сердце заморозилось. А что она сделала? Не помню, она вроде там что-то свою сестру откинула, своей суперсилой льда, или чем, и что? И что, она все время была с замороженным сердцем? Или потом ей расколдовали сердце? Потом ей расколдовали. Да, Анна пошла Эльзу спасать. Анна? Да. А Анна это кто? Да, сестра, которую она и заколдовала. Нет, Анна не заколдовала. Анна не заколдовала? Да. А кто ее заколдовал-то?
Ее сколдовала она сама себя. Кристоф. Потому что она там что своей там сестре сделала там. Ну, это добрый. Папа, вот эти вот лишние. Ну, лишние, значит, убирай в сторону. Я считал их обратно. И она посла Эльзу спасать. Да? Да. Ну и что, спасла? Да. Нет. Спасла. Да, спасла. Когда я смотрела мультик. Когда ты смотрела мультик, спасла? Да. Жотов же больше не надо. Мультик вам понравился? Да. Больше жотов не надо. Ребятюшки. Ребятюшки. Так, дальше смотри, что там надо. Папа, у нас одной звездочки не хватает. Бери серебристые. Пап, у нас тут одной звездочки не хватает. Почему? Вот смотри, звездочек. Сколько? Нет, вот эти вот для чуда вот. Ну, а куда тебе звездочки нужны? Ну, чудо, а ты видишь, папа, под вот этот вот цвет. Тут бы никто не... Да какая разница, видит. Какие звездочки? Вот звездочки, вот. 5 звездочек, все должно хватить. Они могут лишние быть, но не хватить не должно. Теперь я начинаю синего, с вот этих кубиков. Я уже начинаю. Синих будешь делать? Да, из кубиков вот этих. А, ну давай. Да, из кружочков. Мне кажется, это тянется на полчаса. Это легко, но так. Посмотрите. О, а это что за полоска получилась такая? А, или там кубики отрываются? Да, там кубики. Я хотела сделать кубики синим цветом. Давай, делай кубики синего цвета. Молодец. А Егор что делает? Я делала такие кружочки с серебристым цветом. Я смотрела еще мультик «Музыку» и Анну. Музыка бы там была? Какая там музыка была? На английском языке. На английском языке? А ты нам споешь песенку на английском языке? Нет, я уже потом вам спою. Потом спою? А споется песенку, про что если ты там шипела? Споется там песенку, ты вроде про Эльзу пела. Ты про Эльзу песенку знаешь? Нет, я не знаю. Да, ты ее пела, когда папа и мама уезжали. Я не знала, только Эльза мучит. Не знаешь? Мужики. Ты ее пела. Нет, я с моей не смогла спеть. Ты ее пела. Ну, нет, несколько хотя бы строчек спой. Или ты забыла ее? Не могу. Не можешь? Нет. А мы думали, ты нам споешь. Но мне что-то не получается. Что-то не получается? Ну, почему? Ну, потому. Ну почему у тебя что-то не получается, а, Олеся? Все у тебя должно получаться. Нет. Нет? Ну вот, красиво. Видишь, у тебя получается? У меня? Да. Хватает на кубики? Да. Значит, это я с папой сейчас кубиков сделал. Теперь кружочки мы начинаем. Ну давай, кружочки делай. Егор, смотри уже, сколько много кружочков сделал. А я нет пока. А ты нет пока? А ты какие кружочки делаешь? Синенькие? Да, синенькие. Ну молодец. Синенький как цвет по-английски? Блю. Блю, правильно. А какой тут цвет еще есть? Никакой тут. Ну как это никакой? Я могу уже вытащить голубой. Голубой? Голубой как по-английски будет тоже? Блю. Тоже блю, да? А желтый? Yellow. А белый? White. А зеленый? Green. А красный? Red. А черный? Black. А серый? Не знаю. Грей. А коричневый? Вау. Браун. А розовый? Пинк. А фиолетовый? Пепл. Молодец. А ты все цвета у нас по-английски знаешь, да? Я тоже. Ну, ты-то понятно. Ты уже давно английский изучаешь. А Алиса недавно. Так она сейчас сама-то повторяет. Молодец.
Я скажу, что-то там, что-то не смогу, наверное, видеть какую-то фигню. Какую-то фигню? Да. Ну, я смотрю, у тебя кружочки съезжают. Съезжают? Да. Ты не попадаешь на кружочки. Ну, тут тебе получается такая вот какая-то фигня. Какую-то фигню. Алиса, смотри, ты вот сейчас ты попала, а два предыдущих, Егор, поправь там, у нее вообще съехало. Где? На самом деле. Вот да. Вот или они уже все, их не отлепишь. Их легко отлеплять. Да? Ну, сделай так, что она кружочки еще не попала, да, синенькие. Синенькие. Десять лет кружочек. Вот. Вот я что-то как-то вообще съехала. Ну, она и говорит. Ой, попала? Да. Молодец. А вот этот был такой ровный, вот эти такие, тут были сейчас ужасно, вот это был такой ровный. Алиса, ты не приклеила. Молодец. Так, еще делай. А кисенька что-то у тебя молчит. Нет, она хочет есть и пить. Она хочет есть. А, это ты ей водичку поставила и еду? Она пьет водичку и кушает что там, виноград и клубничку? Да. А что у нее на ушках? Алиса еще украсила свою кисеньку? Да, заколочки. Заколочки сделала? Да, от Пинки Пай моей. А от Пинки Пай? Пинки Пай поделилась заколочками с кисенькой твоей? Блин, это так и хотела, блин, сказать, чтобы поделилась. Да, но уже с голубым какие-то они другие. Я не могу их даже придавить на Пинки Пай. Тоже не можешь придавить? Да, они вот совсем твердые, или твердые. Да? Да, так Пинки. Фу, блин, такой не запах, блин, а такой, блин, вот звук, когда, блин, их там приклеиваешь. Ну что, нормально, приклеивай. Просто какой-то такой скрипящий звук. А Алиса что там клеит? Кружочки. Кружочки? Какой-то у нее кружочек не отлепленный. Ну, отлепи. Алиса, ты там это пленочку не сняла. А давай кто бы... Нет! А разверни, потому что она будет что-то... Ты на ее сторону залазишь, а она на твою. Разверните, и Алиса будет со своей стороны синий видеть, а ты с другой стороны. Вот так вот. Да? Да, кто бы сделал? Няня свой серебряный или ты там свои? Ну, торопиться не надо. Я себе. Потому что Алиса, вон, видишь, она начинает торопиться и съезжать. Поправь ей, Егор. Сейчас. А, прибежал кто-то. Ну, ладно, доставай, у тебя там много. Алиса, вот здесь так много дырочек так в разных местах. Ну, она где может, там достает. Кажется, белка. О, молодец. Отлепила Алиса, да? Да. Нет, куда ты полезла-то? Ты около себя. Где? Ну вон, смотри еще, сколько синеньких у тебя, ты не доделал. Вот здесь. Ну ладно, делай здесь. Но и около тебя много синеньких. Папа, тут они все рассчитаны, то есть тут лишь навряд ли останется. Да? Ну, может, не останется. А лишние там нам и не нужны. Нам главное, чтобы хватило. Ну, вот колесо там, блин, вот упало. Ну, ладно. Она упала куда-то. Упала? Ну, ты старайся, чтобы у тебя не падало ничего. Один убежал куда-то, хотел гулять по полу. Да? Да. Он попал. А вот эти вот куда будете клеить? Вот эти блестящие, да. Вот эти будем же в конце клеить, да, вот. Во всякое. Ну, чтобы вы их сейчас, чтобы Алиса их сейчас не заклеила. Да? Немножко поправила кружочек. Немножко поправила кружочек? Да, немножко. Ну, молодец. Тут может остаться только вот чуть-чуть вот. А это вот, который снеговичок, он тоже из этого мультика? Да. А этот шат, что думал, то, что он тут из другого? Ну, я думал, просто это... Как ее зовут, эта принцесса? И Олаф, он бывает растающим. А да, Олаф бывает растающим? Да, он снеговичок, он иногда тает. Ну, раз он снеговик, когда тепло настает, то он тает, да, снеговик?
Сейчас у нас тоже весна наступает, вон на улице все тает, да? Да. Папа, мне не хватает вот этих вот штучек. Каких? Ну, вот этих вот кружочков. А у меня хватает. Ну, значит, он серебристый наклеишь. Серебристых там много. Там, наверное, рассчитано, что серебристый. Я уже. Вот смотри, вот здесь вот тут серебристые должны были быть. А, ты туда еще и не клеил, да? Это я же буду. Ты будешь? Да. Да. А почему тут все белые, а у меня тут не хватило их? Ну, значит, ты вот этими вот будешь это добавлять. Ну, ты последняя. А блестящими вот этими. На последнюю полочку уже не хватило. Ну, значит, другими желтыми доделай. Нет, желтые же больше не нужны. Вот желтыми доделывай. Какая разница? Нет, туда нет. Главное же красиво, чтобы было. Нет, желтым давай же. Не, серебряный. А Алиса синенькие делает, да? Да. Блю. Да, блю. Молодец. Я буду за сиреневый тоже наклеивать. За сиреневый тоже будешь наклеить? А где сиреневый? Вот, у няни уже. Это не серебряный, а не сиреневый, а серебристый. Да? Да. Так, а тут у Егора ничего не осталось. А вот эти вот квадратики. Квадратики на кружочки. А кружочков не хватило, да? Да, а вот этих квадратиков слишком много нам сделали. Квадратиков наверное, много. Наверное, вот ошиблись, много. Квадратики сделали вместо кружочков. Ну, у Алисы синих зато хватает, да? Там осталось раз и четыре. Тут их раз, два, три, четыре, пять. И тут раз, два, три, четыре, пять и шесть. Даже вот такого квадратика, да, даже вот бы не хватило. То есть немножко так. Ну, попался. Ну, мини-брак. А я знаю, это куда ты белый прилепил и куда не нужно было. Смотри. Да. Вот. Вот здесь вот нужно синий, а ты туда белый прилепил. Отлепляй. Туда вот, вот эти вот блестящие звездочки. Вот поэтому тебе и не хватает. Ну даже вот так у меня тут все не хватит. Вот. Ну, только с вот квадратиками. И вот там вот, наверное, где? Вот это вот белое на серую наклеено. Вот, смотри. Нет, тут белое. Нет, вот, выше, выше. Где? Вот, где синее. Вот это? Нет, выше. Вот это? Выше. Вот. Вот это? Да. Нет, тут белое, видишь? Белое? Ну, туда серую можно наклеить, белую туда убери. Нет, ну уже... Ну, мне хватает на синий. У Алисы синий зато хватает, да? Да. Да у няни... Нет, белый не хватает. У Егора белый не хватает, да? Да, только мне... Мини-брак нам попался. Ну, мне хватает синий. А у Алисы все хватает. Да, все. Молодец. Тебе нравится собирать? Холодное да. Сердце. Я опять забыл, как ее зовут. Это и Анна. А, Эльза. Вот это Анна. Это Анна? Нет, Эльза. Эльза? Нет, да, Эльза и Олаф. А, Эльза и Олаф. Вот это Анна, вот это Нет, Олаф. Эльза. Нет, это Анна, вот это Олаф. Ну что-то вы вообще запутали. Нет, это Эльза и Анна. Нет, и Олаф. Нет, вот это Анна и Олаф. Нет, это Эльза и Олаф. Анна и Олаф. Так. Эльза была ее сестра. Ладно, тогда на суд наших зрителей. Сейчас мы сделаем, покажем. Давайте покажем картинку и пускай скажут, кто это, Эльза или Анна. Ну-ка давай, Егор, показывай. Сейчас. Ну а потом мы забудем спросить. Показывай. Ты вот сейчас наклей. Синих уже нет. Еще надо, их уже осталось. Еще на Олафом еще синих осталось. На Олафом? Да, вот. Вообще-то. Вообще-то? Да. Давай, вот не доделали еще. Так, ну-ка скажите нам, кто это принцесса? Эльза и Олаф. Вот, да. Это Эльза или Анна? Да. Напишите нам обязательно в комментариях. Да, потому что у Егора с Алисой разошлись во мнениях. Алиса говорит, что это Эльза, а Егор говорит, что это Анна. Или наоборот. Кто говорит, что это Анна?
Я говорю, что это Анна. Егор говорит, что это Анна, а Лиза говорит, что это Эльза. И напишите, кто был прав и как ту девочку свали. Да. Да, ну, да, все, да, давайте я доделываем. Вот он еще остался. Так, а очень еще. А самые красивые вы когда будете делать? Какие? А вот, вот. В конце. Это нам на десерт. А вы когда мне купите желтый парик? Однотонно, как у моей вот здесь Эльзы аппликации. Да? У Алисы тут не парик, Алиса. Ты желтый парик хочешь? Да. А зачем тебе парик? У тебя смотри, какие красивые волосики. И прическа у тебя какая красивая. А у меня... Я хотела парик. Парик? Цветной, да, парик? Да, вот этот однотонный. Кстати, желтый. Это однотонный такой парик? Да. Кстати, папа, как у принцессы? Кстати, папа, почему мне папа всегда мои волосы всегда меняют свой цвет? Вот каждые 3 дня. Почему? Я не знаю. Я не замечал, что у тебя каждые 3 дня волосы меняют цвет. У тебя что, один день фиолетовый, другой день белый, третий день красный? Просто вот почти неделю назад у меня они были коричневые. А вот позавчера мы с мамой заметили, ну и вчера, то, что они у меня стали опять желтые. Опять желтые? Да. Коричневые. Не знаю. Опять желтые. Коричневые. Ты красишь? Желтые. Нет, их не крашу. Нет. Вот остались, и у меня вот куда их. Ну, все, молодец. Ну все, заканчиваете. Давайте делайте красивые звездочки и вот эти вот штучки и сердечки. Да, Алиса, пускай сердечки наклеит. Нет, ты звездочки, а Алиса сердечки. Это я буду сидеть. О, они, походу, из железа сделаны. Не из железа, они такие пластиковые. Так, Алиса сердечко клеит, да? Да. Молодец. Так, еще сердечко. Сколько у тебя там сердечек? Да уже больше нет. А куда еще сердечко одно делать? Опять. Было 3, я видел. Так, вот тут даже отпечатка 3. Тут даже 3 отпечатка. Ну, Алиса, значит, куда-то отклеил. Смотри, у Алисы нету? Алисы нету. Ну, тут даже 3 отпечатка, я тут даже на свет вижу. Да, не взял. Стой, дай мне на светочки. А я не взял. Просто еще упал. Розовый упал. Вот розовый упал. Да. Так, как? Ну так у вас и сердечко куда-то пропало, наверное. Только я наклеила второй. Так, а где у вас еще светочки? Ага, не светочки. Вот здесь. У меня есть светочки. Это вот синенький. Синенький? Ага. Да. А у Алисы на пальчиках там нету сердечек? Синий. Нету. Ну, вот 3 отпечатка и 2 сердечка. Ну, значит, она куда-то отклеилась и приклеилась. Где? Алисе, наверное, к кофточке или еще куда-нибудь. Да? Где? Ну, ладно, нету. Потом найдем, приклеим. Ко мне. К Егору звездочка приклеилась. Ой, как... А мне. А к Алисе тоже что-то приклеилось. Нет, у меня. Вот липучки какие наприклеивались к Алисе и к Егору, да? Да. Так, ну что? Все? Все? Да. Ну давайте показывайте, что у вас получилось в итоге. О, вон сердечко, я вижу. Где? Сердечко нашли. А-а-а! Приклеилось. Вот оно, спряталось сердечко. Сердечко. Ах ты, сердечко, но да? Она-то чуть-чуть порвалась. Спряталась, ну, да? Она тут порвала картину, а я сердечко. Ну ладно, главное, чтобы сторона липкая была. Ну, переворачивай. Она тут заняла пол-половины. Ну ладно, она же все равно приклеится. Да. Ну, чудо. Ну так. Все, показывайте картину, какая получилась, да?
получилась картина, да, из мультика «Холодное сердце». Ну, вы уже тогда зрители наши решат, что это, кто это, Эльза или Анна, да, и напишут. Потому что Алиса думает, что это Эльза, Егор думает, что это Анна, а нас рассудят тогда, вас рассудят тогда ваши зрители и подписчики, да. Они, наверное, мультик тоже этот смотрели и скажут, кто это, Эльза или Анна, и скажут, кто был прав. Ну что, прощаемся со всеми, всем говорим пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, друзья, Алиса, Егор, и ставьте палец вверх, и не забудьте ставить комментарий, кто это, Эльза или Анна. Но я думаю, что я это Анна, так что напишите, что... Я вам дарю сердечко. Но я думаю, что она, так что и напишите. Алиса вас любит и дарит сердечко. Ну, напишите, что это Анна, потому что я думаю, что это Анна. Ну, нет, не надо подыгрывать никому, так как честно, так и напишут. Пока.